Кадгат? Ну, я не знаю. Это что-то хорошее. А это для взрослых или для детей? Для взрослых. Кладет – это планшет, телевизор, компьютер. Это хорошее. Кажется, такой человек. Он всегда умный, богатый, всегда веселый. Я такого слова еще не слышал. У нас нет гаджета. У нас есть один гаджет. Это у нас котик черный. Он постоянно прыгает в шкаф и маминые вещи сваливает вниз. А как зовут его? Финик. Ух ты, интересно, кто так назвал? Я придумала, когда тетеньки нам его подарили. Я тоже думаю, что у меня гаджетов нет. Есть. Гриша. Гриша – это животное. Расскажи все, что это за животное. Это крыса, который живет в клетке и очень любит гулять на диване. Гаджет – это когда, вот, например, ты работаешь или что-то делаешь, вот, или что-то мастеришь. Вот.